Всем привет! Учусь сейчас английскому, чтобы сдать IELTS. И вот нашел, как же расшифровываться IELTS. Так, смотрите, International English Language Testing System. То есть интернациональная система тестирования английскому языку. Так что, друзья мои, если что, вы теперь знаете, что такое IELTS и как это расшифровывается. Кстати, узнал тут, что IELTS действует только 2 года с данного экзамена. Напишите, кто в курсе, это что, правда, да? И потом нужно будет заново, если что, пересдавать.